Короче, всем здорово, и сегодня я уже с Денисом играю, ну, он знает, что я сейчас буду писать, то есть мы с ним договорились в скайпе вам показать все-таки, как тырить маты с авианосца. Сейчас. Так, вот, все, короче, мы, значит, на авианосце едем, как всегда, за парашютом сперва, а потом, если меня не кикнет, то поедем, короче, мы к мосту, там на мост заберемся и все. Ага. Так. Да, кстати, кто не знал, то если сидит не владелец автомобиля в машине, то просто не снимаются с тачки. Так, сейчас, короче, еще секундочку. Да, как раз у меня матов нету, недавно все израсходовал. Да, вот у меня предыдущая серия, я ее выложил, вообще капец. 40 минут, я офигел, когда увидел на самом деле. Не знаю, представляете, 40 минут снимать и играть сам одновременно, базарить что-то, это вообще было мощно. Вот, ну, блин, сейчас я буду не очень много разговаривать, так как вам в общем настроения прям записывать нету, вот. Записываю я, просто Денис попросил там записать, у него, кстати, тоже свой канал есть, он его вчера создал, вот, ну, залил он туда, короче, один видос, там просто он показал, как дэмит на СМПРП, вот, и получил по... а, все, вот, ну и, короче, что еще сказать-то, убрал я зимний мод, вот, сами видите, убрал. Где-то на 2-3 серии я его уберу, потом я его поставлю опять. Просто у меня такая проблема, что у меня немного лагало вот в этой части карты. Бывало, что вообще текстуры не прогружались. Так, и... Гоу-гоу-гоу-гоу. Так. Ну чё, вот мы подъехали почти к Ньюс. Карпас. О, 95-й год, норм. Сейчас... А, нет, не будет бага. We'll be right back.
Вот он мне поход пишет. Сейчас, секунду, я, короче, продолжу. Так, все, короче, вот видите, я снимаю дальше. Все, заходим в дом. Войти. Exit. Так, все, короче, едем, значит, я так. Блин, примерно я снимаю 10 минут, еще 5 минут и все. Да, все, мы едем на 51. Я говорю, все-таки я потом нехрен брать маты со склада. Так. Да-да-да. Ноль матов. Можете Кудзу тоже пойти. Так, какой там у нас 473? Так. Ну я понял, что стринку он все сливает. Но он на самом деле сливал, я это помню. Вот, сами видите, задрот. Хоть у меня и 7 левел, по статье у меня... О, нифига. 23 из 32, нормально. Так, все, гол. Ага. Я хз, на самом деле, видел он был ВАИТ или нет. О, у нас призыв. А, да точно, по времени... А, нет, по времени не подходит призыв на авианосец. Хз тогда. Так, да, может в РМ я пойду. Так, чё ещё? Волкаин я был 6-м рангом. Да, был 6-м рангом, значит. Чё? Какой? Наверное, 51 я в ней снимал. Да, дикая МГ, конечно. Я уже не снимал. Здесь ноль. Ох, если не получится. О. Так, все. Да стой ты, панчара. Так, на, ну. Сюда. Хрена там клестов. Да ладно, запалили. Ну. Все, мазафака. Да слей ты меня хоть. Ладно, проехали. Вот это скиллованно. Блин, только пойми, куда я бегу. Ну. Так. Так. Да ладно. Я умру. Надо было на вышку бежать, конечно. Блин, где он? Ну пофиг.
такие тоже, ну, бывают в игре. Не пиши мне ничего в чат. То есть, так. Высоковато, ХП мало. Нафиг, не флуди. Короче. А короче, давайте побегаем. Так. О, не умеешь стрелять, парень. Или умеешь? Нет. Или умеешь, или не умеешь. Короче, нормально. Бывает. Да ладно. Так, ну короче, вот так вот берут маты на 51, профи, то есть все, победитель по жизни, все, всем спасибо, всем удачи, всем пока.